Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников с описанием по книге «Великие музеи мира». Бартоломеус ван дер Хелст. Портрет Герарда Андреаса Биккера. 1640-1652 год. Дерево масла 94/70. Создавший немало портретов людей из высшего амстердамского общества, ван дер Хелст запечатлел также бургомистра и его сына Герарда Андриеса. Если отец изображен в сдержанной черно-белой колористической гамме, то портрет сына сияет красками. 20-летний Биккер-младший, полная фигура которого занимает большую часть полотна, сидит в горделивой позе. Он уперся одной рукой в бок и смотрит на зрителя свысока, благо расположился на возвышении. От румяного лица юноши, обрамленного пушистыми волосами, словно исходит жар. По сравнению с современником художника Рембрандтом, много работавшим в жанре портрета, живопись ван дер Хелста достаточно гладкая, но тем не менее он умело передавал особенности различных фактур, что видно в данной картине. Мерцает рыхлый бархат, переливается шелк и тонко светится кружево. Это парадный портрет, но оставляющий живое человеческое впечатление. Вот такое описание по книге «Великие музеи мира» к работе «Портрет Герарда Андреаса Биккера», автор Бартоломеус ван дер Хелст. Пока-пока, до свидания.